преступники все чаще используют интернет для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Обычно насильники скрываются за фальшивым профилем в социальных сетях. С помощью манипуляций или шантажа они заставляют детей отправлять им фото и видео сексуального характера. Только за последние 2 года прокуроры совместно с центром «Ла Страда» расследовали более 50 случаев онлайн-насилия над детьми. Статистика показывает, что таких случаев становится больше. Мы сталкиваемся с этим из года в год. Тактика преступников становится изощреннее, и возникает вопрос. Почему, вопреки усилиям общества и правоохранительных органов, ситуация ухудшается? И ответ очевиден. Сейчас детей не учат пользоваться интернетом. Они не знают об опасностях и о том, как их избегать. Чтобы прокуроры завели дело, кто-то должен заявить о насилии. В большинстве случаев к властям обращаются администраторы социальных сетей, редко когда друзья, одноклассники или родители пострадавшего ребенка обращаются в полицию с заявлением. При этом больше половины детей, попавших в ловушку злоумышленников, никому не рассказывают о произошедшем. Чаще всего они боятся реакции родителей, потому что каждый ребенок знает, как именно его родитель реагирует в той или иной ситуации. Он понимает, что последует за этим. Опасаясь быть наказанным из-за стыда, боясь разочаровать родителей, ребенок решает молчать, держать все в тайне и как-то решить проблему самостоятельно. Им это тяжело. Они обращаются в полицию, когда нет другого выхода, когда кажется, что уже поздно. Психолог Агнеса Магдич с 2014 года работает с детьми, пережившими сексуальное насилие. Только в этом году она столкнулась с 30 такими случаями. Не все обращаются за помощью к специалистам, потому что, по ее словам, бывает сложно убедить родителей согласиться с расследованием отдельных случаев. Если каждый родитель будет сам решать, хочет он или нет, чтобы случай с его ребенком был решен по закону, то есть чтобы открыли дело, начали расследование, довели до суда, то лишь максимум 10% родителей захотят пройти через все это. В других случаях, я бы сказала, примерно в 60%, мы с органами правопорядка объясняем родителям, убеждаем, что их ребенок не виноват и что ответственность за все произошедшее несет взрослый человек, который требовал от ребенка фото и видео, манипулировал им или шантажировал его. Зинаида Сарачану – педагог, мама 3 детей-подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Она консультирует родителей и отмечает, что в большинстве случаев ее клиенты не знают, как научить своих детей ориентироваться в интернете и даже не разговаривают с ними об этом. В моей практике родители приходят ко мне с проблемными детьми, и одна из главных проблем – это доступ в интернет. И все, что с этим связано, с гаджетами, к несчастью, нам нечем гордиться, потому что мы не можем постоянно стоять над ними и следить, что они делают в интернете. Легче предотвратить проблему, рассказав ребенку, как нужно поступать и что делать, чем запрещать, отбирать гаджеты и так далее. Но если мы говорим об интернете в целом, то я считаю, что тут, как и с наркотиками, родители имеют право внезапно вмешаться, когда видят, что ребенок не справляется сам. Специалисты советуют родителям быть внимательными к тому, чем их ребенок занимается в интернете, и предостеречь его от контакта с незнакомыми людьми. Данные, собранные Международным центром «Ла Страда», показывают, что большинство несовершеннолетних жертв сетевого сексуального насилия столкнулись с преступниками на сайтах «Одноклассники», «Фейсбуке» и «Инстаграме».
В первую очередь, надо обратить внимание, если ребенок резко изменился, в поведении стал более задумчивым, отстраненным. Очевидно, что есть причины, это должно нас насторожить и заставить поговорить с ребенком. Мои дети, например, знают и согласны с тем, что я периодически могу проверить, что они делают в интернете, фотографии, которые они публикуют. И, конечно, если я замечаю что-то подозрительное, мы обсуждаем и выясняем причины. Но больше всего, я думаю, нужно общаться, объяснять, быть честным с детьми. К сожалению, по данным властей, только половина фигурантов расследований удается идентифицировать. По статистике, четверть жертв сталкивалась с насилием со стороны иностранных граждан, и это усложняет их розыск. Преступники и жертвы обычно совершенно не знакомы друг с другом. Аккаунт насильника в сети обычно содержит мало информации, и его сложно идентифицировать. Более того, часто у одного человека несколько профилей в социальных сетях и несколько телефонных номеров. Идентификация подозреваемого в насилии не всегда означает неизбежность наказания. Во многих случаях их приговаривают к условным срокам. Они не отбывают наказание за решеткой, как происходит обычно в западных странах. Таким образом, говорят эксперты, уголовное наказание оказывается неэффективным. Даже если преступник распространил тысячи материалов с изображениями насилия над детьми, и он признает свою вину, то избежит тюремного заключения и получит более мягкое наказание. В других государствах такое редко случается. Во Франции, например, наказание за детскую порнографию – 7 лет тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч евро для физических лиц. В 2017 году правительство приняло план действий по обеспечению безопасности детей в интернете. Документ предполагал сокращение количества онлайн-преступлений и обеспечение безопасного цифрового пространства. Пока эти планы властей остаются на бумаге. Существуют документы, национальная стратегия и план действий в области онлайн-безопасности, которые включают меры по ограничению распространения материалов подобного содержания, но ничего из этого не было выполнено на практике. Документ истекает в 2020 году. Кроме несовершенства законодательства, проблема кроется и в подготовке специалистов. По словам эксперта, часто следователи говорят о недостатке доказательств в расследовании дел о сексуальном насилии в интернете. И это еще одна причина, из-за которой люди не решаются сообщать о таких преступлениях. В некоторых ситуациях, например, разговоры с несовершеннолетними, вербовка их в интернет-пространстве, принуждение ребенка снимать материалы явно сексуального характера, следствие рассматривает как торговлю детьми. А иногда похожие случаи в аналогичных условиях квалифицируют как сексуальное домогательство. За это преступление предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Чтобы понять, насколько велика разница в наказаниях, за изготовление и распространение детской порнографии может грозить и 17 лет тюрьмы, за сексуальное домогательство – лишь до 3 лет, а в случае признания вины могут смягчить наказание до условного. Пока государство только пытается развивать службы помощи несовершеннолетним жертвам сексуального насилия, дети могут обратиться за помощью на сайте SigurOnline.md. Там они могут рассказать о случаях насилия и получить бесплатно помощь специалистов центра «Ла Страда», юристов и психологов. Кроме того, в случае необходимости к рассмотрению полученной информации подключатся прокуроры.